Я знаю, что вы спешите, а вас 2 часа задержала мама. Сейчас вам про меня и про Юлю рассказала. Я подслушивала. Чего вы так смотрите? Хочу подслушивать и подслушиваю. Ничего в этом нет дурного. Прощения не прошу. Алёш, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если бы уважала, не говорила бы, не стыдясь, ведь правда? Мне хотелось сообщить вам одно желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал. Женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел, уехал. Я не хочу быть счастливой. Я хочу беспорядка. Я очень хочу зажечь дом. Я воображаю, как подойду и зажгу.